А Йота жалуется на свой пинг, говорит, что у него древний интернет. Говорит, несправедливо, у меня самый лучший интернет, типа, на, блин, в Европе, и у меня такой пинг. Ну, блин, извините меня. Ну, кстати, очень, блин, я даже не знаю, как Разор, потому что... Он ведь с красным пингом, у Разора, кстати, сколько там? Так, 170, да? У него пинг. Ну так. Так, видимо, прописали, танка прописали, все, сагрили. Сейчас Вичку. Бежит она. А, кстати, нет, счет почему-то не прописан, тем не менее. Обычно прописывают счет, чтобы интереснее было смотреть, но будем говорить так, мнимо. Отрыв... Отрыв 2500. И азиатам нужно выигрывать с большим отрывом. Пока что первые атаки совершенно безуспешные от команды Ambition Fools. Будет скоро танк. И очень интересно, блин, очень интересно, на самом деле, как команда Йота будет противостоять, потому что он не любит... Знаете, все скилловые игроки очень не любят большие пинги. Как бы они без того хорошо играют, но если у них еще и пинг хороший, то это просто идеально. Просто идеальное преступление. Идеальная машина убийства будет. Громила, кстати, есть. Возможно, будет какой-то минус. Но пока что он только лицо свое показал. Ой-ой-ой. А, нет. Все-таки вот эти вот штуки, они... Это я даже не знаю, это айс-модом добавлены вот эти штуки, или они всегда тут... Вот. Значит, все, есть танк. Танк в руках у кого? У Разора. Тед Разор сейчас просто должен убить всех. Кстати, танк с большим пингом все-таки дали. Да. Ну, посмотрим, сейчас должны быть просто фантастически длинные руки у него. Заблев двоих. Танк, у тебя просто все условия, чтобы их убить. Ай-яй-яй. Не, попадает все равно. Танк идет. Ну, не очень, блин. Добивай до конца одного. Зачем он так разбрасывается по всем? Хорош дабл панч делает Разор. 2000 у него. Еще есть 2 инкапа. Кстати, ему бы подожмут сейчас Билла. Смотрите. Фантастика просто. Мне кажется, это вайп. Это вайп, да? Да, это вайп, у него 1000 хп сейчас. И Жакей должен сесть на голову Фрэнсису. Нет, он умрет. До этого хорош. Хорош танк. Я думал, честно говоря, что его убьют, зарубят, как... как капусту, не знаю, на Новый год. Или как оливье, я не знаю, что там режет. Как барана, короче, зарежет его, да? Но нет, он смог затащить. Разор на высоком пинге, хорош. Ничего не скажешь. Видите, танки с красным пингом, они тащат. Сейчас должен быть танк Йота по-любому. Ребят, я ж скинул. Я ж скинул ВКонтакте с треками. Там все треки, которые я включаю здесь на стриме. Там еще есть другой альбомчик с треками. Называется Stream. Вот я стримлю сейчас с альбомчика Stream. Стримлю, говорю. Включаю альбомчик Stream New. Reloading. Ну, Разор мог лучше сыграть, да. Я...
Просто повезло, что там зажались два человека. А заражённо не буду сейчас атаковать на ведьме. Кто сагрил ведьму? А, хип. Да. Ведьма. Ведьма просто турникмен. А, куда, за кем она бежит? Хорош. Знаете, всегда, всегда страшно смотреть за, так, за таким. Раньше же, знаете, раньше никто не убивал ведьму на лету. Раньше, еще, когда еще в 2011-2010 году, когда еще были такие прекрасные команды, как Router Pixies или команда Priora, да? Никто не убивал ведьму на лету. Если ты умеешь убивать ведьму на лету, то это была просто фантастика. Тебя считали богом лефты. Сейчас все изменилось, кстати. Хорошо, громила. Нет, не хорошо, пробивает мимо. Жакея долго снимают, и гром идет наяривать по Биллу. Пока атаки фейловые от попстаров. И успеют ли по таймингу они пробежать это опасное место и вызвать танка? Очень много мобов, кстати. Этот может сыграть на руку зараженным, который появится только через 6 секунд. Надо, конечно, защищать всю территорию. Место тем интересно, что оно не тактичное. Тут особой тактики и не избрать. Тут нужно действовать, что называется, по обстоятельствам. Толстый сейчас может подпортить жизнь выжившим, заблев троих. Я просто... Если танк идет, то я ничего не говорю и просто смотрите за тем, что он... Сейчас будет... Как будет уничтожать этих выживших. А, он... Он не спешит как-то идти. Вот. Но они уже просохли, тем не менее. Зажимает деда. Он рубит его. У танка 2000 остается. Саппорт. Где саппорт? Срочно саппорт. Толстый есть. Хорошо напрыгивает на Рошель. И, по-моему, это вайп... Нет. Или... Это вайп, по-моему, да. 300 хп сейчас. Браво. Зеркалочка абсолютная. В исполнении команды Попстар. Хорошая игра. Толстый тоже заболевал фантастически, и ничего не скажешь. Счет говорит сам за себя. Слушай, Стив, где ты был, когда играла твоя команда? Это, знаете, вот... Не, серьезно, Стив, если ты... Вот игроки, которые сейчас играют, они вот над такими тактиками особо не задумываются, я думаю. Они играют по ситуации. И они себе голову не забивают лишней информации. Вот я так считаю. Танк 49%, все уже прописано заранее. Начинает команда Йота. Вот так вот избрал оператор Left 4 Dead. А, все, есть состав. Жакей, Плёва, Громила, Курильщик. И где они будут атаковать? Они будут атаковать на том самом месте, про которое я говорил. Самое опасное место в этой карте. Там и непредсказуемое, где можно слить хп. Мгновение ока. Жаки и Громил занимают позицию. Занимают позицию изнутри. А нет, Жаки все-таки перемещается на крышу, да, он будет атаковать именно заднего. Еще двух задних людей. А Громил будет пушить. А зачем он пропустил их? Хорош. Курильщик скуривает спонжи. Он падает на хп, кстати, довольно неплохо. И плевающийся плюет под Фрэнсиса с Зоей. Очень неплохо хп-то сейчас.
Ай-яй, один на один. О, хорош же, окей, просто фантастика. Он все-таки берет спонжи. И очень много хп будет слито. Кстати, полная зеркалка, я вам скажу, полная зеркалка. То есть, так же, как было с командой Ambition Fools, да? На сервере гостевом также. И сейчас на домашнем сервере Popstar потеряли на этой атаке очень много хп. Да вот такие вот интересные закономерности. А, есть ведьма, да. Есть также атака сейчас курильщика, да, и плевальщица вообще ни о чем. Слишком они внезапно решили атаковать. Кстати, есть громила. А, да. Ну, по старым вот такими вот фишками их не взять. А, нет, взять, смотрите. Хорош. А, куда она бежит? А, он хотел минус сделать. Почти, блин, это было бы красиво. А ведьма потерялась? Она вообще может потеряться, интересно? Блин, ну... Все могло быть гораздо опаснее, скажем прямо, нежели чем вот это. Все-таки я думал, хотя бы один-то улетит с крыши этого бестолкового запроектированного дома. Перемещается на свою любимую позицию в комнатке. Главное, вот плевальщица. Да, плевальщица и громил. Все. Вопрос, профит. Гром уже спалился, есть хант. Все-таки он берет. И куричек еще выкуривает. Хорош. Отличный тимплей. И ослись. Ослись уже прошла, к сожалению, и много дамагу он не получит. Надо было чуть попозже, конечно, плевать. И выжившие, они не намерены долго сидеть. Они понимают, что измором сейчас их просто задавит. И они перемещаются на позицию выше. Или нет? Нет. Я соврал. Они просто на Шмару смотрели. Пытаются сейчас прострелом ее взять. Безуспешно, кстати. У нее 100 хп. Есть хант. И Шмару, который пытается настрелять. Хорош, напрыгивает хант. А, хорош. Все-таки инкапывает Луиса. Да, браво. Я думаю, с такими хп уже сложно довольно пережить танка. Это будет очень сложно. Спасибо за подписку. Есть хип, возможно, будет минус. Я не буду утверждать, делать резких заявлений, но они настроены на минус. Хип, кстати, уже спалился, да. А громила, он стоит вот здесь, правильно? Да. Нет, он что-то... Он спрыгнул почему-то вниз. Неизвестно мне почему. Время играет сейчас на зараженных. Ай-яй-яй-яй! Вот это скилл! Это отчаянный скилл, на самом деле. Он нулевого громилу сейчас заминусил милишкой. И не побоялся, кстати, он знал то, что громила там будет появляться. Но все равно пошел туда. И Жакея, кстати, также убивает Йота. Просто я же говорю, он сейчас испанский парень, Йота нажался сейчас перца чили и идет просто убивать. Пурли Азиан играет танком, не знаю, кто это на самом деле, но его настреливают нормально, у него уже косаря нет, ребята. Это серьезная заявка на то, что они его убьют все-таки. Потому что они зеленые, ребят, они зеленые. А хп у танка тает с каждой секундой. Зоя улетает, Жаки ее подхватывает, и у танка 1000 хп остается. А саппорт до сих пор жив, кстати, хорошо пробивает. А почти расписали сейчас, кстати. Одним ударом он вывел из строя двух персонажей, 200 хп остается. Он спасает просто. Курильщик спасает Вилла. Остается 22 хп у танка. Знаете, это как на том матче Роутер Пикси против RG. Не помню, как они называются, но там был чувак с ником RG. Да, когда у танка осталось 55 хп, по-моему, и
Один из чуваков застрял. Эпично, эпично. Убили сейчас команду попстаров. Было на грани, на самом деле, было на грани. Могли спокойно и выжить они, потому что спам проходил хороший, но не повезло. В какой-то мере. Не хватило немного хп там Зои, чтобы она убежала. Все, начинает команда азиатская. Как, кто там? Разор. Нет, Разор слишком большой пинг. Вот это посмотрим, чувака. А, кстати, а как зараженные-то заняли места? А, ну, конечно же. Посмотрим, как параллели сейчас проведутся в этой атаке, потому что, когда играла команда азиатская на своем сервере, точнее, на чужом сервере, она слила очень много хп себе. Будет ли она на те же грабли наступать, что наступала на предыдущем сервере, или пройдет ее хорошо? Очень интересно. Состав боевой, да. Конечно, нет ханта, но есть курильщик, который может на хп стянуть спокойно сейчас. А плевало, плюет вообще не пойми куда, честно говоря. Вот видите, как я и говорил, на своем сервере более уверенно они действуют, то есть не сливают хп. Все грамотно. Двадцатку всего слили с хиба. Неизвестно как. И, кстати, дамаг про Фрэнсис он не прошел, как ни странно. Я думал, по крайней мере, ну, хп 30 он потеряет от этого падения, но нет. Убивает ведьму. Азиан. И тайминг сейчас играет, может сыграть плохую шутку для азиатов, потому что есть все в респе, и на возвращении могут сыграть курильщик. Есть? Нет курильщика. А, кстати, да, вот Жаки появился, но они как-то... Все-таки они не рискнули атаковать внезапно, хотя я бы рискнул, честно говоря, и атака просто захлебнула сейчас. Нет Громила, плевачится просто, плюет на рандом. Громила пробивает... Вот это да! Он его выбил, боже мой, они думали, что такое возможно только на паблике, да? Вот это прикол! И что же они будут делать? Они будут его возвращаться? Вот это интересно, блин, они, то есть... Они не смогут вернуться. Да, они не смогут вернуться. Подсказывает не спек. Да, здорово, Хонбо. Три человека сейчас осталось, боже мой. Я даже не знаю, что сказать. Нет, он сбегал от слизи вот сюда, и он даже не посмотрел назад. То есть... Это была чертовски плохая ошибка в исполнении хиба. Слышь, Sunlight, прикинь, в какой-то веке твои предсказания сбываются, да? 2К17, елки-палки. Хороший распрыгу показывает толстый. Грома бьет, но мимо, но слизь очень хорошо растекается. А, нет, не очень хорошо, я наврал. Надо плевать именно дальше, чтобы был какой-то успех. А там можно спрыгнуть, вот здесь, по-моему, но только потеряв очень много хп. Если меня... Я вроде смотрел хс-топ, вот отсюда, вот на эту прыгнуть, можно потерять меньше всего хп. Но это того не стоит, скажем так, потому что придется разделиться. И да, и все-таки эта цена слишком высокая, потому что... Ну, я думаю, я бы все объяснил с их точки зрения. Как бы вы поступили, я не знаю. Вот. В такой момент нужно ставить паузу, доставать таблицы Брадиса, сверяться с ними и высчитывать шансы, нужно ли спасать там товарища, не нужно. А, есть танк, кстати, да. То есть пока что одни будут идти вровень. Я думаю, навряд ли все-таки они переживут этого танка. Ага, повисла сейчас Зоя. Громила с Жакеем против Пила и Фрэнсиса. Гром пробивает мимо, хорошо уворачивается Фрэнсис. Это было близко. Курильщик есть также, вызывают танка все-таки и Пила.
в упор хватает курильщика, хорош. Камень почти прилетел кумполу Фрэнсису. Но я думаю, это вопрос времени. Я думаю, в три рыла убить танка это будет очень сложно. Две тысячи сливают сейчас выжившие. Саппорт только сейчас подключается. Гром пробивает мимо. Хан берет Билла. Остается только Пурлиазин. И то его берет Жакей. Жакей вешает. Танка остается три куска. И я думаю... А как тут? Танка не станет, что ли? От выстрелов. Что-то он как-то вообще скорости не теряет. Инкапает Билла. И Фрэнсис улетает в далекое плавание. Что ж, неплохо. Неплохо. Счет равный практически. Лидирует пока что команда Йоты. С учетом того, напомню, с учетом того, что команда Йоты преимущество в 2500 очков. То есть команде Ambition Fools надо выигрывать на неприличные 2500. Но пока что они в глубоких долгах, скажем так. Вот этой композиции нет в альбоме. Я думаю, эта композиция не нуждается в представлении, на самом деле. Я сказал, эта композиция не нуждается в представлении. Это ремикс Нико. Композиция Sail. И начинает у нас команда попстаров. Танк 23%. Пытается пробить машину, как в серии 10 на 10. Хорошо расписывает Хан с Жакеем и теряет ХП Йота. Да там в соседнем альбоме у меня ВКонтактике, в альбоме Steam, Stream. Смотрите, композицию Sail, то, что Sunlight написал. Вот так. Есть танк в руках у Хиба. У Хиба есть все шансы, чтобы он себя показал все-таки с лучшей стороны, нежели чем показал он себя на предыдущей карте, потому что это было просто ужас. Да, перекидывает бачки. Я думаю, лучше не стоит этого делать. 85% первого контроля у танка. Непонятно, что тянет. Я думаю, он выжидает хорошего состава. Состав тут хороший. Хантер, курильщик,
Ижаки именно, да. Видать, это была какая-то домашняя заготовочка, чтобы курильщик там выкуривал вот так. А, и там прилетел. Ой-ой-ой-ой, это было очень опасно. Очень опасно. Бачки просто решил забросать их. Он, видать, смотрел стрим, когда играл команда G2, что это еще не залог успеха. Знаете, он как это, как деньгами, знаете, как Скрудж Макдак сейчас нырнет в это, в эти бачки. Обложил себя просто полностью этими бачками. И облажался по полной. Я напомню все-таки, что Попстар играет в гостях с красными пингами. И убили танка в нулину просто, просто в нулину. Что-то, блин, мне как-то не смешно вообще. Что творится с командой Ambition Tools? Где их напор, где их умение выправляться из сложных ситуаций, где их скилл все-таки самое главное? Пока что этого совсем не видно. Тогда, знаете, раз так, то... Так, команда Ватикан, да, команда Ватикан, она выиграла у команды Алекс Лоуброу. И вот команда Ватикан, она из Европы, кстати, так же, как команда Йота. Она будет главным соперником для этой команды. Вот так вот, такая вот тавтология. Разор мораль давит. Ты имеешь в виду пинг, что ли, его высокий? Да. Это ужас вообще. От Йоты смотрим тогда. Остаток этого. Этой карты. MVP, кстати, кто? А MVP опять Соул. Да, это оно. Это композиция без авторских прав. Надеюсь. Была, по крайней мере, без авторских прав. Пытается заприкладить Йота. Но это мертвый номер. Прикладов тут нету. Сработала сигнализация сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй. Это будет очень интересный матч, я думаю. Очень интересный матч будет. Ватикан против Йота. С нетерпением буду его ждать. Потому что, знаете, что-то... Меня, честно говоря, матч Ватикан против Алекс Лоуброу, он как-то не зацепил. Не было там какой-то изюминки. Типичный француз. Он это... Что там обычно французы любят-то? Они... Едят круассаны, да, и потом багеты. Вот именно багет сейчас у Разора, мне кажется. Что-то смеются они, наверное, оценили мою шутку. Хотя такую шутку очень сложно перевести, я думаю, на... Очень сложно перевести на английский язык. Тем более на французский. Охренеть, блин, они дошли с таким же бонусом, как дошли с на своем домашнем матче. То есть они себя как дома чувствуют. Ну и где? Где же их этот азиатский стиль? Их именитый. Серьезно, блин, ну это смешно. Они обещали мне... Что они покажут всем нам, европейцам, как нужно играть правильно там. То есть они не умеют играть, они... А, ну в общем, не говори гоп, пока не перепрыгнешь, да? Вот эту пословицу, я думаю, им нужно сообщить. Вот.
начинается сейчас вторую половину команда Ambition Fools. Амбициозные дураки, вроде бы, переводится, да? Гром пробивает, плевок точный. И Билл теряет порядка... Ой-ой-ой-ой-ой. Порядка 70 хп. Да уж. Да. Начнули на танка. Танком играет Сантос. То есть Соул. Просто, я думаю, это игрок матча, на самом деле. Этот игрок, он тащил что на пингах красных, что на пингах желтых. То есть этот человек такой, человек-парадокс. Как же так, да? Красные пинги, но он тащит. Это невозможно, скажете вы, да? Но нет, кстати, Гром в заднем плане там очень хорошо атачит сейчас. Ой-ой-ой! А почему танк не стал закатывать его, мне неизвестно. Вот сейчас он уже будет закатывать, да. Походу это минус. А угадайте, кого минусанули, да? Я думаю, Sunlight сейчас просто течет. Какой же он офигенный предсказатель и аналитик. Да, кстати, да, у Хиба там остается порядка 20 хп в инкапе. Убивает курильщик, у танка 2000 хп остается. А, но, смотрите, да, он умирает. Хан доедает все-таки там на заднем плане Хиба. Пытается на очки прыгнуть Хантер. Но вот такая же ситуация, как на предыдущей карте. Да. У Пурлиазина вообще нету урона по... Вот смотрите, кто тащит, да? Тащит именно чувак, у которого самый большой пинг. Я не удивлюсь, если он сейчас еще MVP. А нет, Пурлиазин как раз. У меня когнитивный диссонанс сейчас. Есть курильщик, кстати, есть плевальщица и громила. Где они тут появятся, мне неизвестно. Гром... Ой-ой-ой-ой! Хорош! Жакей остался! Нет. Все-таки не раз... Ну это был... Я просто в шоке, ребята. Вот это красота. Давненько я не видел такой, да. Такого разноса в пользу команду именно... В пользу именно команды с высоким пингом. Фантастика просто. Ничего не скажешь. Инкап одного сейчас, и Билла очень мало хп. Как бы вообще не минусанули его мобы. Да, его минусанут. Минус 2. Вот так вот. Рип. Рип пишет. Выжившие. Есть Хант, Спонжи. Его пытаются заскитить, но нет. Роспись двоих. Браво. Просто аплодирую стоя, на самом деле. Я не ожидал такого. Я думал, то, что команда Йоты, наоборот, будет дезморалиться жутко из своих пингов. Вот нет, смотрите, у них красные пинги, да, но одного желтенький. Тем не менее, они играют так, как будто бы вообще никаких нету... никакой разницы нет у них. Это вообще... Да, такое смотреть вообще очень приятно. Hey!
Так, отрыв. Отрыв просто критический. Серьезно, сейчас будет то же самое, знаете, то же самое отрыв, 2500. Как, так же, как и на предыдущем матче. Это жесть, блин. Потому что, понимаете, мне хвалился вот этот чувак из команды Ambition Fools, то, что они там победили какую-то самую сильную корейскую команду, типа, и они там... Мне не проблема, нам больше не проблема. Извините меня, у вас... Может быть, та команда для вас и не проблема, но у вас есть куча неприятных команд и в Европе, вот так-то. Которые, блин, могут выстрелить в любой момент. Да, и чё, у вас есть неприятные соперники в виде команды G2, которые, я тоже надеюсь, выстрелят. Вот. А и что у нас есть? И танк, которого 6000. 6000 и контроля 40% первого. Кто он? Поз. Совсем неизвестный мне игрок. Есть куличик, есть громила, есть жокей. Трикап готов под заход танка. И танк боится, видно по нему. Нервничает он, бьет воздух с досады. И он понимает то, что, ребят, я не смогу никого зажать. Вы должны атаковать первыми. Я не смогу убить Луиса вот этого. Потому что меня слишком сильно станить будут. Видите, он промахивается, боже мой. Промахи нет, не попадает сейчас. Забивает Луиса. Еще один удар. 2000 хп у него, инкап. Инкап одного, я думаю, больше ничего не будет, чем один инкап. Да уж, знаете, если, блин, один инкап на высоких пингах, это очень хорошее завершение танка, на самом деле. Они будут сейчас пережидать ивент. Две пачки таблеток сейчас съедено. Да, 2500 отрыв на домашнем сервере. Стоп. PopStars выиграли на 2500 на своем домашнем сервере. И сейчас они идут к тому, чтобы выиграть на 2500 еще и на гостевом сервере. Вот так-то. Неожиданно вообще, да? Все-таки пинги, они не такие большие, я скажу так. То, что если бы у них пинги даже были одинаковые, то разрыв был бы примерно такой же. То есть пинги там нет знаков, да там даже 200 ни у кого нету. Извините меня. Но там есть у одного игрока. Но то, что было у наших с корейцами, или у корейцев, когда они играли на русском сервере, там вообще жесть, я думаю, что творилось. Полное слайд-шоу. Поэтому разрыв в 3500 там был, да, когда Малдер играл. Тогда он легко отыгрывался. Видать, знаете, есть какая-то такая грань, когда пинг решает, когда пинг не решает. Хотя вот когда Аполлион играли на российском сервере, у них там пинг был высокий, 250 и 300. Ну а сейчас я пока что констатирую факт, то, что я так и не увидел... Вот Asian Style, как он мне говорил. Я не увидел этой аккуратной игры на высоком пинге. Я не увидел агрессивной игры на хорошем пинге. То есть, как бы в теории все красиво было, да. Но на практике оказалось вот то, что мы видим. 2500 в пользу команды PopStar европейской. И разгром практически... на домашнем сервере. Я для себя выделил вот этих фаворитов, то есть Ватикан и Йота. Да, отрыв 2500. Хип выходит, то есть это лиф, можно сказать. Так, ну, вот такая вот получилась игра. Надеюсь, вам всем понравился этот стрим.
Ну, оказалось, знаете, я ведь вначале говорил, да? Я вначале говорил, если мне предлагают эту игру как самую охеренную, то она будет говном. Я в шоке просто. Теперь я жду игры, как не, Попстаров против Утикана. Вот там уже не будет ничего решать. Там две европейские команды, там на самом деле будет убойная игра. По сути, достойная финала, а не то, что вот это. Это какие-то сопли, честно говоря. По крайней мере, то, что я увидел во второй игре, это вообще жуть. Это... Я думаю, то, что после такой игры даже они могут с турнира слиться после такого лива. Так что... ГГ. 2500 на домашнем сервере, 2500 на... 2500 на гостевом сервере. Хорошо сыграла команда Йота. Браво, просто. Я не ожидал от команды Йота такого слива. То есть, ну как они сыграют. Я не ожидал слива, точнее, от корейской команды. Вот так. Ладно, всем спасибо, что смотрели. Да, надеюсь, следующие игры будут все-таки позахватывающие. Надеюсь, то, что будут интересные игры именно в стадии раунда. Всем спасибо, что смотрели. С вами был я, Экстраверт. Подписывайтесь. Дальше будет, я думаю, интересней. Всем пока.